Детский сад номер 48 «Дельфиненок», что в Димитровграде, посещает почти 300 детей. Больше 50 из них – дети с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят созданы все условия для комфортного времяпрепровождения. Это и сенсорная комната, и группа компенсирующей направленности, кабинеты логопедов, психологов и дефектологов, музыкальные и физкультурные залы. Не хватало только бассейна, который не использовался долгие годы. 15 лет не работал бассейн. И с 16 года запустили наш долгожданный бассейн, к чему все очень рады, и дети, и родители, и весь наш педагогический коллектив. На создание доступной среды в учреждении было выделено более 2 миллионов рублей. Кроме того, оператором питания был отремонтирован пищеблок, заменен электрокотел, электроплита и духовой шкаф. Мы закупили новый жарочный шкаф. В нем как раз самые вкусные ватрушки и пекутся. Новую плиту, шестиконфорочную, чтобы приготовление было более быстрым и более качественным. Также мы обновили полностью всю электропроводку. В рамках рабочей поездки в Димитровград глава региона Сергей Морозов посетил детский сад и осмотрел проделанный фронт работ. Как оказалось, проблемы еще не закончились. После бассейна и пищеблока на очереди встали замена оконных блоков. Разработали соответствующую программу. Замена окон, замена вот таких больших витражей на современные, водички чистые, хорошо сберегающее тепло. Должна быть разработана до конца июля месяца. К работам планируют приступить уже к началу осени. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».